Всем привет, друзья мои, мира вам и крепкого здоровья. Сегодня у меня очень вкусная закуска из томатов и болгарского перца. Готовится просто, получается много и очень вкусно. Поехали готовить. Друзья мои, для такой закуски лучше всего подходят недозрелые томаты, даже немного с зеленцой. А если вы будете брать красные томаты, они должны быть упругими, чтобы серединка из них не вываливалась. Вот здесь у меня чуть больше, чем 3 килограмма томатов. Я сейчас их порежу, вырежу вот это место и будет 3 килограмма томатов. Обязательно удаляем вот это место, а дальше режем на ваше усмотрение. Если крупные томаты, режем каждую половинку на 3 части. Если томаты очень крупные, ну разрежьте на 4 части. Вот такой зрелый томат, но он должен быть упругий внутри. Вырезаем вот эти белые места и режем на 3 части. Видите, он держит свою форму и серединка не вываливается, не выскакивает из томатов. Вот так сейчас я их все порежу. Помидоры нарезала дольками и почистила 3 перца средних. Удаляем из перца серединку, семена и перегородки. И режем перец произвольно, так как вам нравится. Я буду резать вот такими полосками и дальше брусочками. И отправляю к томатам. На это количество я беру 2 острых перца, но освобождаю перец от семян. Таким образом он не будет слишком жгучим. Работайте с перцем в перчатках. На меня не смотрите, у меня потом руки горят, но это вот привычка все быстро делать. И режу меленькими кусочками. Видимо, перец не очень жгучий, иначе я бы почувствовала руками. А я спокойно режу. И сюда отправляю к томатам и перцу. Вот здесь у меня 50 грамм петрушки, мелко режем. Можно взять укроп, можно взять кинзу, все, что любите, добавляйте. У меня кроме петрушки сегодня ничего нет. 2 головки чеснока я пропущу через пресс. Вес чеснока 70 грамм. Можно натереть на терке, можно нарубить мелким кубиком. Но если вы будете пропускать через пресс, то вкус и запах чеснока будет активнее чувствоваться. Все, с чесноком закончили. Начну заправлять. Друзья мои, на это количество я добавляю 3 столовые ложки соли, вес 100 грамм. 5 столовых ложек сахара, 130 грамм общим весом. 120 грамм уксуса, уксус 9%. Друзья мои, стакан 250 граммовый, вот столько уксуса. И сейчас все перемешаю аккуратно. На это количество я добавляю 120 грамм растительного масла без запаха. Вот посмотрите, стакан 250 граммовый. Естественно, масло рафинированное. Должно быть без запаха. Можно заменить любым другим растительным маслом. И еще раз перемешаю. Друзья мои, такое количество томатов и болгарского перца помещается в 2-3-литровые банки. Если вам этого количества много, разделите на 2. Через 6 часов такие томаты уже можно кушать, но лучше, если они у вас постоят хотя бы сутки. Все, закрываем крышкой. Не обязательно защелкивать или закручивать, просто прикрыла и поставлю на 4-6 часов на столе. За эти 4-6 часов я пару раз перемешаю, чтобы верхние помидорчики точно так же искупались во вкусном маринаде. А затем я разложу по банкам и уберу в холодильник. И пробовать я их буду только завтра. Ну, вот такая закуска, поверьте мне, это очень вкусно. И это сейчас актуально осенью. Хочется чего-нибудь кислого и вкусного к картошечке, к мяску вкусному, к шашлычку. Даже просто так с серым хлебушком это очень вкусно. Все, друзья мои, ну какова красота. Сделайте, это все очень быстро готовится. И не забывайте подписываться на наш с Петровичем канал. Пока-пока!